Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, Ямангел Джахин, участник оргкомитета оппозиционной политической партии «Алға Қазақстан». Как вы знаете, 10 июля этого года режим сорвал нашу мирную акцию по раздаче листовок в городе Ахмала. Вступайте в оппозиционную политическую партию «Алға Қазақстан». Нам препятствуют нам реализовывать наши конституционные права. Серьезная партия, раз охранники у вас. Во, молодец, парень. Да, нас в грубой форме задержали, применили силу и, продержав в отделении полиции около 4 часов, применили к нам статью 489, часть 10 КОАП. Участие в незарегистрированной организации, эта статья к нам никак не подходит. И выписали штраф. Действия полиции мы обжалуем в суде, подали ответственную жалобу. Мы считаем, что таким образом были попраны все наши права. В том числе нарушены были закон о политических партиях. Действия полиции идут вразрез с высшим государством Токаевым. О новом Казахстане Токаева, который он на каждом углу трубит. И мы считаем, что мы имеем законное право агитировать за свою партию любыми незапрещенными законом методами, способами. Иначе мы как соберем себе сторонников, как о нас люди узнают, как мы проведем съезд, если мы не будем себя рекламировать. Это общемировая практика, поэтому я призываю 17 июля этого года в городах Ахмала и Алматы в 17:00 провести агитационную акцию с раздачей листовок. Я приглашаю всех граждан этих городов прийти на набережную в городе Ахмала в 17:00 и на Арбат в Алматы. Можете прийти и задать свои вопросы интересующиеся. Другими словами, все, кто хочет перемен в этой стране, можете прийти в воскресенье на Арбат, в Алматы и на набережную в Астана. Алға Қазақстан!